И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня расскажу про копи-трейдинг, но перед этим хочу пожелать вам удачи, потому что от нее очень многое зависит, как и в жизни, так и в крипте. И еще, подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, там я показываю, что я делаю в крипте, что покупаю, мое мнение о крипте. Вот, например, я многое продал при битке 60 тысяч долларов, кстати, писал об этом в телеграм-канале. И сейчас я все-таки настроен по медвежьи, ну, как, так как сам уже все продал, но там я участвую, скажем, в аирдропах, увидел в твиттере, что аирдроп 100% за свап. Почему бы не свапнуть, когда там комиссия очень мала, а награда 100% будет? Вот я и посвапал. И все, кто были в телеграм-канале, узнали об этом, поэтому подписывайтесь. А теперь интересный опрос у прохожих. Кстати, каждый получил сладкие призы от Gate.io. И вы можете задать свой вопрос прохожим, и я его задам в следующий раз. Но если вы, конечно, зададите интересный вопрос, так что постарайтесь. Привет, отвечу на пару вопросов. Да. Что ты знаешь о криптовалюте? То, что это электронная валюта. Какие плюсы, минусы? Ой, это очень сложно на самом деле сказать, потому что есть как и плюсы, так и минусы. Но плюсы, наверное, это то, что она не зависит от политической ситуации. Вот. А минусы то, что она на самом деле, по-моему, даже незаконная. Ей расплачиваться где-то за какой-то товар, это незаконно. Вот. Да, правильно. В России можно только рублями расплачиваться. Да. А еще вопрос: что бы ты выбрала? Рубль или биткоин? Ни то и ни другое. Хорошо, спасибо за ответы. С помощью копи-трейдинга пользователи могут начать свое путешествие по копи-трейдингу на Gate.io с копирования чужой стратегии. Копирование стратегии в стратегический пул или таблица лидеров. Нажмите «Копировать торговлю» на панели навигации и выберите стратегический пул или таблица лидеров, где вы можете увидеть выбранные стратегии. Нажмите «Копировать» выбранные вами стратегиями, чтобы вызвать всплывающее окно. Но перед тем, как дальше продолжить свое объяснение, я дополню копи-трейдинг. То есть представьте, я обычный новичок, ничего не понимаю, что купить, что продать. Пару раз что-то начал делать, и у меня не получалось. Ну, я, в общем-то, получил убыток. Я думаю, что же мне делать? Первое, это научиться самому торговать, но это довольно долго. И я как бы начинаю учиться, но я понимаю в голове, что это как минимум год, а может и более, чтобы научиться торговать в плюс. И второй вариант, это просто следить за тем, кто торгует, и повторять за ним. Да, можно на кого-то подписаться на соцсети, там, повторять за ними. А копи-тренинг — это идеальный инструмент. То есть вы сможете посмотреть на человека, ну, пользователя, который торгует. Скажем, посмотреть, как он торгует. Если он торгует в плюс, попробовать торговать так же, как он. Но, опять же, есть риски, например, он тоже человек, может ошибиться, и вы можете понести как прибыль, так и убыток. Так что нужно относиться к этому серьезно и аккуратно. После заполнения необходимых полей и нажатия кнопки «Создать в окне» будет создана стратегия. Все скопированные стратегии можно посмотреть в разделе «Мои стратегии» на странице «Копирование торговли». Если тебе интересен Gate.io, то ты можешь посмотреть мой плейлист Gate.io, там собраны все видео про биржу, там уже их более 9, или найти вручную на моем YouTube-канале, просто посмотрев все мои видео и пролистав. Может, нанесешь еще что-нибудь интересное. Кстати, если создатель стратегии завершит свою стратегию, скопированные стратегии не будут завершены автоматически, если вы не завершите их вручную. Так, про копи-тренинг мы немного узнали, теперь расскажу, что находится в самой вкладке копи-тренинг. Зайдя на копи-тренинг, вы сразу же увидите стратегии, там общие стратегии, лидеры рост, самые копируемые. В общем, каждую стратегию можно скопировать и использовать. Они же можно увидеть топ-10 по прибыли, в общем, трендовые стратегии, самые популярные. Несложно догадаться, что, в общем, можно эти стратегии использовать и зарабатывать. Слева мы видим блок пул стратегий, количественный рейтинг, можем создать новую стратегию. В общем, довольно интересно. Если какие будут вопросы, то задавайте, я попытаюсь на них ответить. Также, если вы что-то не поняли или хотите более подробно рассмотреть тот или иной аспект, то также задавайте в комментариях. В общем, выводы. Копи-трейдинг очень полезная штука для опытных трейдеров. Для новичков не скажу, потому что новичок подумает, что это кнопка бабло, выберет какого-нибудь там человека, ну, в общем, будет использовать его стратегию. А если вдруг тот понесет какие-либо убытки, то новичок подумает, как же это так? Но новичок должен понимать то, что кнопки бабло не существует, и это лишь интересный инструмент, который будет очень
очень полезен в правильных руках. Поэтому начинайте с малых сумм и тестируйте, тестируйте и ищите. Может, вообще кому-то это не понравится, кто-то вообще торгует только сам, а кто-то не торгует, а просто инвестирует. В общем, спасибо, что посмотрел этот видеоролик. Поставь лайк, подпишись, приди в мой телеграм-канал, будешь следить за аирдропами, в которых я участвую, что думаю. Оставь комменты, поддержи меня, давай удачи, потому что удача — один из самых важных аспектов в криптовалюте.